Послушайте, мне приказано не допускать сходок на улицах. Найт, вы послушайте. Народ в этом городе отчаянно нуждается в нашей помощи. Вы Джейкоб Фрай, а вы мисс Фрай. Мы не представлены, мистер... Карл Маркс, как и вы, активист в некотором роде. Вы явно хотите о чем-то нас попросить. Хочу. За короткое время вы сделали для лондонцев больше, чем кто-либо за пару десятилетий. Но вы помогали тем, кто и так жил в достатке. Скажите, готовы ли вы протянуть руку нуждающимся рабочему классу? Это весьма любопытно. Мы согласны. Может, для начала обсудить это... А, к черту. Согласны. Я готовлю тайное собрание для обсуждения профсоюзного движения. Фу, полиция заметила мою деятельность. Они вьются вокруг, как мухи над кучей шайса. Прошу, проводите меня до места собрания и защитите от полицейских. Данкер. Видите? Опять сзади проклятый шпион. Он у меня на башке! Ты просто не уйдешь! Мне это... Эй, вы! Стойте! Я сейчас подойду! Thank you.
закате. Где обычно? Я приду. Такие же проблемы с полицией были в Париже. В Париже и Брюсселе. И, пожалуй, еще в Кальне. Еще один друг ждет нас в пабе неподалеку. Вперед. Уверен, что полицейские агенты уже внутри. Найдите их, а я подожду. Через час. Буду, господин Маркс. Да? My word. Help! Ну вот и все. Дело сделано. Выходим отсюда и на собрание. Благодарю вас за помощь нашему делу. Когда рабочие получат право на свободу собраний, мы добьемся реформ, которые давно заслужили. Вы не могли бы остаться до конца собрания? Боюсь, что проблемы не исчерпаны. Да придет, Маркс, придет. Он мне это лично сказал. Что насчет оплаты? Получишь ты свои 30 серебряников. Как всегда, и смена проросла из самого сердца движения. Проводите, господин. Иди сюда! Черт, районный Кларк, за помощь! Какого черта? Это большая ошибка. Попробуй только пискнуть. Help! Help me! Ни звука. Молчи, и будешь жить. Саймон, друг мой, что подвигло вас на такое? Ведь партия заботилась о вас. Старший по мельнице пригрозил, что выгонит в шею любого, кто вступит в профсоюз. Долго партия будет кормить мою семью? Если мы не сплотимся, все кончено. Вы разбили мне сердце, Саймон, уходите. Спасибо, товарищ. Надеюсь, при возможности вы еще не раз поможете нашей правой борьбе.